телеграм-канале администрации Красноглинского района Самары сообщают, что работники музеев сегодня отмечают профессиональный праздник. Решение об учреждении Международного дня музеев было принято по инициативе советской делегации на 11-й Генеральной конференции Совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года. Благодаря музеям каждому из нас становятся доступны культурные и материальные ценности, шедевры живописи, археологические находки, уникальные предметы. А 21 и 22 мая в честь этого праздника в Самаре пройдет Ночь музеев, во время которой будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по городу, сообщают в телеграм-канале администрации города «Вести с Дворянской». В дни акции будут работать более 50 площадок. С 13 до 18 часов будет проводиться детская Ночь музеев. В 18 часов стартует основная программа акции. Улица Куйбышева 21 мая станет пешеходной. С 15 до 23.30 с интервалом в 15 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до площади Дзержинского по основным площадкам будет курсировать бесплатный экскурсионный автобус. Администрация Ленинского района Самары напоминает, что горожане могут проголосовать за преображение любимого пространства. В перечень объектов в следующем году от Ленинского района выдвинут сквер Монастырского. Голосование за объекты благоустройства в 2023 году идет на платформе 63.городсреда.ру и продлится до 30 мая. Принять участие в нем могут все желающие старше 14 лет. В телеграм-канале Самарского района сообщают, что 1 июня на Ленинградском спуске набережной пройдет событие, посвященное Дню защиты детей. В программе знакомство с творческими объединениями центра, расположенного в районе, игры-конкурсы, прикладные мастер-классы. Начало праздника в 11 часов.